представляю, какое здесь творится сумасшествие в реально разгар сезона, если сейчас все повысыпали и лежат. Но цвет моря сегодня просто очень красивый. Да, в Ницце движ такой. Сейчас пойдем ищем какую-нибудь кафешку посидеть, кофе попить. У нас еще 4 часа. Потом пойдем сфоткаемся. Я люблю Ниццу. И можно сказать, что такая промежуточная обстановка, остановка прошла недаром. Но очень ветрено. Нереально ветрено. О, водопадик. У меня есть видео с того водопадика в обратную сторону. Красота. Самолет! На эту гору можно на лифте подняться, а можно по ступенькам. Оттуда вид открывается вообще шикарный. Самолет садится в Ницце. Море сегодня бушует просто нереально. И вот теперь Ницца с этого ракурса. Все хотят прикоснуться к Ницце. Отсюда просто инстаграмное место. Thank you.